Ага. Всем привет, дорогие друзья, с вами Виктор, это канал Витёк Плей, мы играем в GTA 5. Как вы видите, я тут немножко начудил, схватил машину первую попавшуюся и еду на задание, но за мной едут менты. Я думаю, пока я доеду, они уже от меня отстанут. Так что, нет, еще не отстали. Ну ничего, мы справимся. В общем, продолжаем наши поигрушки. Мы сделали довольно-таки обширную подготовку к тому, чтобы победить всех злодеев. Вот, что такое? Блин. Они меня заметили? Вот, и, в общем-то, что я хотел сказать-то? Да, у нас осталось только начать это задание. Так что мы туда, как только приедем, как только отвяжемся от ментов, сразу начнем. Так, а если я сразу приеду, может, менты от меня просто отстанут? Интересно, давайте попробуем. Я скажу, зачем ты ментов сюда притащил? Да, нормально, отстали. Все в порядке, ребята. Вот, джип мой стоит здесь, отлично. Здорово, парни. Что, дело делаем? Мы снова рискуем жизнью, чтобы ограбить каких-то гребаных убийц из правительства? Ага. Так, ладно, привет. Слушайте, план такой. Так, Тревор, да, ты должен дежурить здесь, ладно? И на стреме. Когда подъедет бронемобиль, ты его... Пилингуешь, в общем. Я буду тут, в мистеровозе, который заблокирует дорогу. Франклин, ты в переулке на эвакуаторе. Надеюсь, они остановятся прямо перед тобой. Если это произойдет, врежь им как следует. Бам! Да черт, будем надеяться. Ага, после этого. Подрываем двери, хватаем наличку, облигации или что там еще. Я везу все к Хайлу. Но я не против, лишь бы самому не оказаться под... Ты остаешься здесь на посту. Гляди в оба, понял? Рисковать будем мы. Так нормально? Твою мать, чувак. Так, маски. Чего? Ну-ка посмотрим, что тут у нас. А? Настоящий профессионал. Сука, он тоже ржет. Жесть. У меня истерика. Я не могу. Это супер кадр. Такие стоят втроем, блин. Вы же понимаете, да, откуда... В общем, я точно понимаю, что именно этот кадр пойдет у меня в заставку в видео. Жесть. Ох, еще и Тревор, блин, поржал. Офигеть. Юмор, конечно, сумасшедший. Фух. Вот такого бы юмора в игре побольше, а то все убийства какие-то, насилие. Господи, боже мой. Так, что, я приехал. Что делать-то? А. Так, Ти, я прибыл. Сколько времени осталось? Где они? Я откуда знаю, где они? На кого смотреть-то надо? Я вообще не управляю. Вот они, едут. Приготовься. Так, Майк, давай. Ну, давай, Майк, давай. Get the truck in position. Поставь машину поперек обеих полос. Поперек обеих. Капитан Америка, давай, работай. Просто поставь машину тормоза. Так, я остановился и приготовился. График коммунальной службы изменился? Так. Иду на таран, суки. Давай. Да. Отлично. Ох, ты ж ни хрена себе кирпичиков поломал. Солидно. Вон там уже кто-то бежит с пушкой. Ну давай за дело, устанавливаю бомбы для пучки. На задние двери. А, она у меня уже есть.
Отойди от машины. Бам! Всем выйти, лечь на землю, бегом! Мать твою, уши, я оглох, ах вы суки! Вычистить фургон. Сигнализация сработала. Копы нагрянут сюда через 10 секунд. Беги, заткнись, сука! И чё, и куда? Эх, ты прячешься за теми барьерами. Сейчас прольется море, так. Ни хрена себе. Эстерна, давай. Ни хрена себе, тут веселуха, а. Опа! Хорошо пошла! На-на-на-на-на! Вон они еще идут, давай мочи их! Тихо-тихо-тихо! Вы что, прикалываетесь? Я войну какую-то устроил просто! Так, а что если на Тревора переключиться? И на Майкла? Хрена себе у него пушка. Папаган прям. Ра-та-та-та-та-та. Взрывай машину. Давай, нахрен. Уничтожьте снайперов, а где они? Твою налево, сколько их тут? Еще машина не взрывается. Давай, за Тревора пошли. Ах ты ж, гад. Так. Я тут здесь взялся? Блин, а как бы гранат какую-нибудь кинуть можно? Что там происходит-то? Тревора беда. Обстреливают. Ни хрена не вижу. Так, Майкл... Блин, у Майкла папаган классный. Жесть, они дерзкие, да? Нате всем нахрен машина! Нужно всем зарядить. Горят, ни хрена себе. Ни хрена себе, я ему из папагана зарядил, а ему насрать. Бесконечные чуваки какие-то. Так, где-то там враг еще. Да. Чоппер даун, сейчас сделаем. О-хо-хо-хо! Ни хрена себе машина, чё она не взрывается? Отлично, чё? Ни хрена себе, я тут их перестрелял. О, горит, сейчас взорвется. Так, в мусорку. Погнали отсюда.
Отправляйтесь к координатам отхода. Вы прикалываетесь, что ли, а? Вы прикиньте, а? Перебил полгорода просто. Военных каких-то, каких-то копов немеренных. Офигеть. Зато как красиво все сделано, а? Взрывы. Погони. Ну что-то, как, кстати, какие-то косые все были. Уж попасть-то в трех человек такой ордой. Да я думаю, можно было довольно-таки легко. Ну ладно, это же все-таки аркада, ребят. Конечно же, на самом деле это была бы погибель наша очень быстро. Так, где-то там наша машина должна быть заныкана. Я далеко ее увез. Ну, потому что не знал, где ее еще запарковать можно. На мусоровозе у меня лучше всего получается кататься. Извините, мне просто надо было повернуть. Нася там дерзят, парни. Уничтожьте мусоровоз. Вы уж извините, но машину я заберу. Бур-б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 ур. Ни хрена себе, там кто-то собачит по мне. Ух, неужели это будет пройдена миссия? Что же мы там украли такое, интересно? Так, все в порядке? Да, чувак, с мусоровозом я разобрался, у тебя все в порядке. Отлично, я как раз собираюсь встретиться с этим парнем, буду держать тебя в курсе. Так, идем к Майклу. Фига себе, куда это меня засунуло. Добейтесь до дома Дэвина. Радио Гага. Радио Гугу. Хе-хе. Ух! Чуть не влетел, а. Так, я уже почти рядом. Почти-почти на месте. Ух ты, какая халупа тут стоит, а. У меня посылка для Дэвина Уэстона. Посылка для мистера Уэстона. Запускай. Так. Да, и я тебе говорю, что мне плевать. Вот так, вот так. Бум! Пока-пока, Гандон. А я тебя помню. Детектив на полставки. Выкладывай деньги. Мы еще не закончили, братан. У меня для тебя дело. 5 супер тачек. Дорогущих тачек. Жирный куш, бро. Супер. Я знаю. Так, мне нужен ты, твоя команда. Профессионал. А мне плевать, что тебе нужно, хренасос. Я сообщу ему. Похоже, насчет тебя я просчитался. Так, 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 тебе надо футбол, у тебя есть доля в одном из спортивных клубов. Могу поручить тебе управление парочкой. Только скажи, мне нравится сидеть на диване и смотреть старые фильмы. А, ну вот. Хочешь, сведу тебя с Соломоном Ричардсом? Гонишь. Соломоном Ричардсом. Кинопродюсером. Он решил отойти от дела, а я собираюсь финансировать его студию. Я свяжусь с ним, как только ты... Ладно. Соломон Ричардс. Жесть! На что он купился? 5 тачек угнать. Счастливо, мальчики, говорит. 5 тачек угнать. Тупо ради того, чтобы... Выполнена блиц-игра. Жесть какая, а? Переключатель 5. Что переключатель, я не понял. Может, не надо было переключаться столько раз между персонажами? Офигеть, ребята, офигеть вообще. Какого нахрен хрена здесь происходит, а? Что такое S? Соломон. Дэвин.
А, ну это типа тачки красть, да? Соломон, это Соломон, а Д это Дэвин. Ну да, логично, я сейчас вам сказал так, да? Классно. А, нам предлагают куда-то поехать, к Дэвину или к Соломону. Хорошо, а если мы это сделаем на другом человеке, например, на Треворе, давно мы за него не ходили? А, вот, кстати, Франклин. Кстати, за Франклина вообще давно не ходили. Чё, как Майкл? Привет, чувак, у меня для тебя перспективное предложение. Незнакомый Дэйва. Знакомый агент ФБР, ты чё, шутишь? Спокуха, парень. Работает сам на себя. Набит баблом под завязку. Может, встретишься на... Так, ну, ладно, поглядим. О, заяц. Мы с Тревором тоже участвуем. Нормально спустился. Я серьезно, это хороший шанс заработать бабла. Такое встречается редко. Ну что ж. Раз Майкл сказал, такое встречается редко. Значит, такое встречается редко. Ни хрена себе меня тут вихляет. Поехали-ка за Тревора сходим, а? За Тревора, говорю, за Франклина. Давно я за него не заходил. Сейчас наверняка позвонит кто-нибудь, что-нибудь расскажет интересное. Черт, надеюсь, скоро я получу свою награду. Во, отлично, здесь Д тоже работает. Погнали к Д. Все ближе, чем за Майкла лететь туда. Молли, ваша встреча с Дэвином Уэстоном на его новом проекте, что подтверждена, пожалуйста, не опаздывайте, будьте готовы немедленно пр. Немедленно пр. Что такое пр? Проскочить? Проехать? Присосаться? Приступить к заданию? Во! Я нормально перевел, да? Эх, где же те... Ох, блин! А дерево неубиваемое попалось. О чем я? А, я хотел спросить, а где же те самые папарацци, такие классные, помните? Которого я катал на мотоцикле. Мне порадовала, кстати, та миссия. Особенно концовка, когда он там своим фотоаппаратом как жахнет. Просто чувака отключил его нахрен. Стоять, наверх надо. Нормально, 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 нормально. Такое ощущение, что я здесь уже бывал. Нет? Прикиньте, двухэтажная какая-то магистраль. А что же вы встали-то все? А, там какая-то... А, нет, не авария, красный свет. Ёлки-палки, вы законопослушные засранцы-то, а? Фига себе! Бугатти, что ли, стоит? Так, здрасте. Кореш! А, наверное, ты от Майкла. О, иногда просветление. Так, это такая жесть, простреливать. Рад познакомиться. Да, чувак, аналогично. Говорят, ты компетентно возвращаешь машины. А у меня как бы небольшой ход. Я забираю недооцененное имущество у моих соотечественников и сплавляю богатым китайским конкурентам. Компаньоном. Да. Чего? Обкрадываю своих, так назвать, друзей. Почему? Почему? Потому что у них есть то, чего нет у всех остальных, и, честно говоря, потому что я богат и могу это сделать, а ты беден, так что делай, не задавай тупых вопросов, как другу советую. Намасте. Офигительная речь на тему преданности. А, ну конечно, ты, наверное, тот жуткий тип. Кто бы говорил, я тебя умоляю. Как делишки? Ха-ха, это он телочки. Ограбите двух богатеньких дядечек, которых я лично терпеть не могу. Зачем? В Азии мы продадим машины по хорошей цене. Просто сделайте это, и вам всем щедро заплатят. Ты опаздываешь, зайка. Ну да. Так, что происходит? О, наконец-то сбудется твоя заветная мечта. Ты нарядишься полицейским. Ха-ха, следовательская группа мистер Уэстон сообщает, что мальчики любят ездить по шоссе Сейнора. Похоже, дело несложное. Эй, вы, давайте, двигайте. Поехали, Ти. Чувак, я не знаю, по мне ли это дело. Моя жизнь и так уже в полном дерьме.
Слушай, я дарвинист, врубаешься? Кто процветает, кто-то пестует. А ты, похоже, совсем с ума сошел. Это же твой шанс. Выбирай, поднимешься ли ты наверх или уже достиг максимума. Похоже, мы это выясним. Похоже, выясним, чувак. Ну-ка, давай-ка выясним. У него машина-то получше, но у меня есть супер обилка. Отправляйтесь к заправке. И чё, я его сделал уже? Или что, я не понимаю. Не, у нас нету с ним соревнований, да? Обидно. У-ху! Ух, чуть-чуть, ребят, прям аж, ох, отпустило нахрен. Можно прямо на шоссе спрыгнуть, я так понимаю, да? Чтобы не разворачиваться. Парни, сосайки, сосайте лалки. Витя едет. Вот прям торпеда. Нахрен твою налево. Блин, обожаю эту игру. Я не знаю, как можно ее не любить. Налево. Налево еще сильней. Еще сильнее налево. Прям не сбавляй скорости, поворачивай, ребят. У-ху! Просачиваемся. Вот. Тихо. Ага, отлично. Эй, Фрэнк. Эй, Фрэнк. В таком режиме я не могу разговаривать. И чё? Я почти там, где должны мы быть, эти чуваки. У вас все нормально, более-менее. Вид у нас нелепый. Ладно, до встречи. Мы перехватим вас на Грейси, Пис, подгони этих лопухов куда-то там, в общем, что-то там. У-ху-ху-ху! Разворот. Мне надо было наверх, оказывается. Вот так, наверх. Так, и вот я прибыл. Ух ты! Ух ты! Может, выясним, кто из нас круче? Прыгайте в свои тачки и посмотрим, так ли они быстрее, как ваши языки. Этот дебил хочет погоняться с нами. Хрена себе, там у него торпедоносец какой-то, а? Посоревнуйтесь с машинами. Парни, тихо, я тоже хочу вперед. Слушай, они меня даже на замедление времени обгоняют. Так. Давайте, джипы. У вас просто джипы какие-то по сравнению с моей машиной. Ты смотри, а я хорошо лечу, да? Ты смотри, они отрываются. Жесть, что у меня за машина? Я газ жму просто не бесконечно. Бесконечный газ. Все равно, что тормоз. У-у-у-у. Тихо, выезжаем. Давай, гони их. Блин, их еще опередить наверняка можно как-то. Давай, выходим. На слипстриме. Здесь есть такое понятие, это вообще интересно. Опа, ни хрена себе он на встречку жахнул. Или это не встречка? Блин, я не могу их догнать, ребят. Я не отпускал еще кнопку вперед ни разу. Они шпарят, как лоси просто. Какая-то собака бешеная. Ну как? Я смогу все-таки их обогнать-то на своем вот этом мега-ускорении? Во-во-во-во-во-во-во, давай. Господи, боже мой, все равно не идет. Ну не идет и все. У-ху! Блин, все, ушли. Первая моя серьезная авария, они уезжают сразу в запято.
Вы плохую мне машину дали, ребят, честное слово. Слушайте, кто-то отстал. Один отстал почему-то. Второго я догоняю. Давай. Давай, на слипстриме его делай, ну. Майкл звонит. Так, мы подъезжаем, будем через пару секунд. Ну, давайте, парни. Вот они. Тогда я потом тебе расскажу. У-ху! Отлично. Че у меня тут? Какая-то фигня включена. Сейчас, погодите, ребят. Менты. Все, отлично, отключил. И чё теперь? Как мне их остановить? Слушай, ну машина явно быстрее едет, чем они. Офицер Т ведет преследование. Тревор вжился. Ну и чё, и как мне их догнать-то? У меня какая-нибудь нитро-то есть? Кажется, сирены они не слышат. Нужно подъехать к ним поближе. Это ты хорошо заметил, что нужно. Но, к сожалению, я не могу их догнать вообще. Как у тебя дела? Держишься там? О, нормально. Слушайте, у него мотоцикл быстрее моего едет почему-то. Я опять-таки газ не отпускаю. Давай! Если не упустим их, то чё? Я забыл, не прочитал смысл. Я их догоняю, или мне кажется? Действительно, тебе кажется. Что делать-то, ребят? Они едут в Палето Бэй, в тамошнем трафике можно и подрезать. Ух, ни хрена себе, чуть не въехал. Так, нельзя их упускать. Далеко они собрались? Честное слово. Мы уже объехали полштата. Фрэнк едет за ними. Кажется, они хотят оторваться от полиции. Кажется, так. Ни хрена себе. Здоровья, байкеры. У нас важное полицейское дело. Молодец, Тревор. Это крутой. Эй, ты крутой, останови машину. Давайте, парни. Хорош. Ты что, не умеешь выполнять приказы, сынок? А ну, живо останови машину. Не тормозят. Похоже, это наш шанс. Отлично, а то моя жопа уже закостенела. Не стоит меня злить, останови машину. Остановитесь на обочине. Блин, ну сейчас стрельну в них и все. Как там было? Ты что хочешь, чтобы я тебе голову прострелил? Повеселились и хватит, остановитесь на мосту. На мосту нельзя останавливаться. Окей. Ну, наконец. И ты, бородач. Бородач Лена. Лена Бородач. Да, стоять здесь, говорит. Мы подойдем к вам позже. Ты знаешь, с какой скоростью ехал? Ой, нет, офицер, не знаю. Но я стараюсь никогда не превышать. А вам не показалось, что вы с ребятами решили тут гонки устроить? Так что покиньте, пожалуйста, транспортное средство. Живей. Офицер, это точно необходимо? Офицер, офицер, да, вылезай. Руки на машину, шевелись. Выходи из машины, мать твою. Эй, что творите? За яйца его пощупал. Так, мы должны все проверить. Вылезай из долбанной машины, малолетний гаденыш. И ты, малолетний ублюдок, вали отсюда нахер. Ну, суки, угнали. Угнали машину просто в никакаху. Ух, ух, зверь, а не машина. Ой, ёхкарный. Так, выберите персонажа, которым хотите участвовать в гонке. О, в гонке? Хорошо. Чё-то мы уже гонимся, да? Кто-то нам звонит. Говорите. Так, мы с вами уже встречались. И помощница Дэвина. Рад с вами работать. And if you think it's good to be working with common thieves, well, you're very mistaken. Have you got the cars? Если вы думаете, что нам приятно работать с Марьем, то вы ошибаетесь. Так, машина у вас? О, да, так, доставьте их в Кейнс Авто. Это в Южном Лос-Сантосе на Литл Биг, что-то там.
Я только что говорил с этой мужеподобной девинской сучкой. Она будет ждать нас. Ну, в общем, вы поняли. А, дурила. Фу! Чуть жопу не приняла, как свою. Робби Уильямс там какой-то объявляется по радио. Оу, занесло, ребят. Только не сюда. Эй, Фрэнк! Да. Чё я тебе говорил, бро, эти тачки на шанс. Как скажешь. А так как познакомился с тобой, я вырвал тачки и гонял на них. Похоже, это уже возвращается, в общем. Не, я серьезно, если бы ты... Если бы... Чё? Я бы до сих пор херней страдал и так далее и тому подобное. Ну, в общем, он признается нам в любви. Ни хрена себе маленькая машинка выскочила. А мы что, в гонке участвуем или что, я не понимаю? Послушай, Дэвин Уэстон совсем не похож на тех, с кем ты работал раньше. Он много болтает, хочет, чтобы я гонял тачки, и, скорее всего, заплатит лишь малую долю того, что они стоят. Разница небольшая, по совести сказать. Ты должен узнать о нем побольше. Посмотри в интернете. Он реальный, я видел его дома, он добивается результатов. Значит, для тебя он типа то же самое, что ты для меня? Я вижу твой дом и думаю, с этим чуваком я далеко пойду. Да, возможно, типа этого. Нормально они так разобрались. Да тихо, куда ты? Нифига себе, лиханул. Да что это за маневр такой был, дикий? Когда уже финиш-то? Я уже задолбался ехать. Полгорода проехал туда, теперь полгорода обратно. Потерял управление. Вот, куда-то налево мне построил дорогу. Ну, давайте налево. Майк, у тебя какая тема? Ты о чем? О том, как я собираюсь тебя обставить в гонке? Не беспокойся, тут все схвачено. Я имел в виду... Запах денег. Я просто присматриваю за Фрэнком. Их она права. Давай без мерзости. Ладно. Она профессионал, она делает свою работу. А, он типа хочет чпокнуть ту эту тёлку Дэвина. Отстаньте от нее оба, серьезно. Чё-то я опять не туда поехал, да? Sorry, bro. I gotta race to win. А, слушайте, мы все-таки гонку устроили, нифига себе. Эй, твоя точка ведь в порядке, да? Фрэнк, я рад, что ты серьезно. Блин, я уже не успеваю читать, ни хрена. Ты чё творишь, а? Я первый, твою налево. Блин, какая хорошая машина все-таки. Она даже поворачивает волшебно сама по себе. Сейчас я чувствую, приеду, опять у меня какая-то развалюха будет там спереди. Сзади вроде нормально выглядит. О, почти целая. Только фару слегка помял. Джентльмены, я вас всех обожаю. Черт, это просто фантастика. Пацаненок и два старых пердуна. Кто бы мог подумать, а? Джентльмены, загоняйте машины. Эй, дайте-ка. 5, 5. И еще раз 5. Дебил, дай 5000 баксов хотя бы. Да брось, чувак, сраные бабки у тебя. Сраные бабки у меня. Тебя работа, с меня бабло. Но заказ был на 5 машин. А доставлено, если не ошибаюсь, только 2. Давай мои деньги сейчас же! О, я так испуган. Знаешь что? Я из тех, кто платит только за выполненную работу. Не любишь работать? Пошел нахрен отсюда! Да брось, чувак, не кипятись. Что на очереди? Z-Type. Чет Меллиган. Меллиган музыкальный продюсер, он сейчас разводится с женой, скрывает свое состояние. Включай машину, что осложняет нашу задачу. Наземную слежку он заметит. Мы лишь знаем, что тачка в гараже на Хавик. Что, придется во все гаражи залезать? Не совсем. У нас есть доступ к полицейскому вертолету.
Портовый компьютер может распознать пешеходов по чипам, право? Да ладно. Find Mulligan and Howick. Надо найти Маллика и так далее, там потом. On the ground collects the car. All right. So, who does Ясно. What? И кто чем займется? Твоя помощь в этом деле не нужна. Филлипс, ты будешь в вертолете, Клинтон, ты на машине. Yeah, well, I don't understand the deal. Не совсем понимаю суть ваших отношений. Но знаете что? Жизнь — это одна большая загадка. Покеды, друзья мои. Не падайте духом. Да, Майкл, я свяжусь с тобой насчет твоего друга Соломона. Договорились. Ага, и ворота такие закрываются, прикиньте. Так, что, задание выполнено? Отлично. Война с законом. Следуйте за вожаком. Время... слишком долго делаю, ребят. И менты какие-то тут остановили, нигеров. Нигеров каких-то менты остановили. Давайте, валите их прямо тут на месте. У, что тут вообще за чудеса творятся? Кто-то на газоне катается. Опа, 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 нигеры побежали. Что тут за фигня? Ладно, ребят, пока нигеры бегают, мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание, с вами был Виктор, канал Витек Плей. Не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал, надеюсь, вам все нравится, поэтому вы здесь смотрите. Читайте описание, там есть ссылочка на плейлист. Ну и, конечно же, есть кнопочка поделиться, нажав которую вы принесете мне просто оргазм. Всем пока, до встречи в следующей серии. И, конечно же, пендель в конце.